Люблю бродить по миру. Люблю бродить по миру, хоть и приключений в жизни моей было уже и разных, и сполна. Смотреть, как кто-то ищет истину в учениях, а кто-то истину пытается понять, попив вина. Путают часто люди истину и веру. Правду и истину тоже мешают так легко. А истина – это всего лишь соответствие предмета его словесному определению и больше ничего. Но тем не менее, в жизни нашей людской очень опасно точно определять предметы и явления в словах. Часто таких искателей наивных и прекрасных люди с огромной радостью сжигают на кострах. Как это в Риме сделали с Джордано Бруно, когда он рассказал, что Солнце не вращается вокруг Земли. Помнил об этом Галилей, поэтому он умно только после судилища сказал: «Земля вращается еще вокруг оси». Сейчас, конечно, времена помягче и получше, но это только кажется, это на первый взгляд. Если твои определения будут мешать кому-то, то в лучшем случае тебя в шизофрении обвинят. А в худшем ты исчезнешь с горизонта, как будто не было тебя, как и не жил. Чтобы со своей истиной ты революционной чьему-то не мешал размаху крыл. Каждый из нас уверен истинный искатель, но прежде чем искать ее, должны мы осознать, ради чего идем мы на определение доказательств и до каких пределов мы готовы рисковать. Различных истин много и искателей немало, но всем понять не лишнее, так зачем им истина нужна? Если бы о последствиях искатели немного знали, то многие б делали все, чтобы она только не нашлась. О существенном и важном, существенном и важном, позабыв о суете, доктор Волощук СД, с вами говорит стихами, существенном и важном, доктор Волощук СД.